Доброго утра всем моим подписчикам. Ну, может быть, у кого-то не утро, у нас вообще-то тоже не утро, уже 10:30, я готовлю обед. Мы позавтракали с Антохой, сегодня спали, потому что на рынке родители были достаточно долго, до 7 утра, и поэтому вот пока они приехали, мы аж почти до 8:30 спали. Картошка закончилась, так что суп теперь у нас тут с молодой картошечкой, я ее уже сюда добавила. И здесь у меня куриный бульон. Не знаю, какой суп приготовить. Лук и морковку сейчас порежу, а потом подумаю, или лапшу добавить, или рис. У нас тут с мамулей петрушка. Да, мам, привет. Привет, всем привет. Кто смотрит футбол? Курила. Да? Да. Это потому что солнце так светит, да? Это игра. Что у нас? Япония, Колумбия. Уже 1-0. Только начали, уже забили японцы. Да? Синие. Японцы синие, да. Папа готовится к зиме, потому что газ будет. Да нет, это мама готовится к зиме. Папа такой, плюс 18 в доме, это нормально. А у мамы плюс 24, это МЧС вызывать-то. Да? Так что... Ну да, в смысле холодно, плюс 24. Почему на зиму можно папе и не топить? Ой, слушай, опять красивый закат, опять тут небо такое красивое. И самолеты, я не могу. Надо лететь, срочно куда-то лететь. Я уже полетала? Лимит. Исчерпан, да? Да. Даш, убери его в ту комнату. Ну и что, он его убрал? Туда смотри. Сюда. А куда? Слушай, ну ты как всегда. Все, мы провели гостей, у нас были гости. Это была, в общем... с Уфы. Девушка, Сержунёк когда-то ездил к ним в гости, аж 13 лет назад они виделись, получается. Вот, даже пропустили футбол, но узнали счет, наши 3-1 выиграли, в общем, круто, да? Мы дрались с Египтом! Чё дрались? Играли? Ну, бились! Да. Ну, там он и наступил... Там, наверное, красные карточки были. Не знаю. Нашу кубок получили. Да еще не получили. Это ж только еще выход в плей-офф, по-моему, да? А так. Когда наша кубок получит? Не знаю, может быть, и не получит вообще. Все, Гришка позвонил, все нам рассказал, все новости. Ну, что он нам рассказал? Ну что, все хорошо. Сегодня на рыбалке не были. Сегодня он был у Вани в гостях. Я знаю. Вот, так что, в общем, все хорошо. Анксито. Мам, засними мне этот танец. Сейчас.